кажется, что бесконечность. Вот, вот уже свет белый пробивается, видишь? Как будто мужик светит фонариком. Welcome to the Hamburg. Вокруг сплошной индастриал. До обеда нормально. Точно? Да. Thank you.
третий по величине порт в мире после Нью-Йорка и Лондона. Впечатляет. На Нью-Йорк действительно похоже. Черные мосты, индустриальные и злые, очень много кранов. Такое ощущение, что орки здесь строят свою цивилизацию. Приблизительно такая ассоциация. Ну вот. Ну хватит уже фоткать все. Какая это пусть мои фоточки? Не владелец. Нет, это Николай будет точно таким же, абсолютно. Такие же верхи. Абсолютно, да? Абсолютно. Ну сейчас, терпение, спокойствие. Семь? Семь, я думаю, что семь. А, семейный 14, тоже 2 по 7. Не пойдем за 7? Да это всего лишь 7. Ну ты был на таком корабле? Да это всего лишь 7. Пошли. Они там будут платить. Да пошли хоть до туда дойдем, где платят. Мне кажется, это все провокация. Да. Хватит уже в моем кадре ходить.
Frühstück, hier aus dem Glas. Да ничего, без тебя тоже не обходится ни одного кадра, не переживай. Просто какой-то Нью-Йорк. Там мы окажемся внутри этих коричневых стен. Что это, верфь? Нет, это походу эти какие-то склады на вот здесь, короче, в Украине все было. Какую? Ну там типа сиженькие повезли полмолотые пачки. То есть сюда подходили баржи, и тут они их разгружали. Сюда контрабас скидывали сразу в подвалы? Конечно. Прям как Нью-Йорк. Все замурованы эти хрени, видишь, там 100 пудов были, они подпольные казино. Эти палки для того, чтобы фрахтовать, короче, корабли. Спасибо. Наверное, не знаю. Плохая идея. Давай фото без меня. Блин, в США вообще страна переселяться. Вот здесь начали делать гамбургеры и завезли их потом в Америку. Это быстрый дейкус был. Они просто жарили кусок мяса, ложили его на хлеб, салатом и все, и типа так и ели. А потом там уже... А потом они из этого порта поплыли в тот порт и привезли туда, а там сказали, о, чуваки, классный бизнес. Открыли Макдональдс и самый главный бутерброд стал называться гамбургер. В смысле, а что лофт был потом от кони подавать? Что такое лофт? Лофт? Да. Это как говорит, специальный стиль в архитектуре, когда покупают под жилое помещение здания, которые когда-то были промышленными участками, там типа. А, да? Ага. Ага. Ну это какая-то слово. Вот так вот, просвещаемся культурно. Жопу в кадр. Автобус-амфибия может плавать.
Даже вывеска, указатель Брук-то-край. Почти как Бруклин в Нью-Йорке. Да. Это зашибенно. Дар-эс-салам. Даже две подводные лодки. Старые дизельные. Немцы на таких рассказывали вообще. Злой индустриальный стиль. Рядом со старыми католическими зданиями. Я уже нажала. Смотреть, чтобы она не вывалилась. Я снимаю Юлю. Ну так, чтобы было видно. Юля, я снимаю тебя и то, чтобы там что видно было. Было видно, что я снимаю. И ты танцуешь, типа, да? Окей. Какая-то фигня. И вообще... Она точно снимает? Да. Окей. Все good? Да. Точно? Да. Бетонные скамейки. Я не понимаю этой идеи. Летом горячо, зимой холодно. То же самое на остановках. Железные скамейки. Ну как так-то? Для кого это построено? Так пустынно, действительно, ни одного зеленого участка нет. Но вот эти деревца есть, но они смотрятся очень несчастно среди этого индустриального всего нагромождения. Плавность линий интересная. Я думаю, если Джамшуту и Равшану сказать так положить кирпич, они вряд ли справятся. Вообще не видно жизни среди этих коричневых зданий. Все заложено плиткой, кирпичами. Бедные деревца такие тоненькие. И ни одной души живой. И ничего, что отличалось бы. Все одинаковое, одинаковое. Это как какой-то лабиринт смерти. Вот так продолжается впуклость. Превращается в выпуклость с другой стороны. Что-то, что отличается среди этих всех квадратных, одинаковых коричневых домов. Идеальный мир киборгов. Индастриал. Все в железе и в кирпиче. Все квадратно и одинаково. Генератор электричества, ветряк. Все в бетоне. И вот этот вот маленький парк смотрится как-то, как будто из другого вообще мира. Выдернут кусочек природы. Если там детишки плывут на кораблике. Посмотрите направо, посмотрите налево. Эти, о, да, да, да. Точно. Точно, так и есть. Еще я не пришел в фильм. Промышленный центр. Mm-hmm. Да, это походу сваи забивают. Здесь отключают воду и будет что-то еще строить. Походу. Класс. Электровелосипедики. Да, я так понимаю, что здесь еще
Я так понимаю, что здесь еще и можно автоматически взять его в аренду. Да. Да. А что надо вставить? Что-то надо вставить. Вставить как-то? Да. Класс. Это локо было. А, прикольно. То есть ты его можешь и снять тут, и каждый раз ты его лочишь. Короче, вот эта хрень — это замок, это не электрический мотор, это замок. Угу. И типа ты его кинула там где-нибудь. На другой такой же, да, парковке. И типа он только на тебя решил. Это сетка такая. Такое есть в Калифорнии тоже. Я помахала людям, и они помахали мне в ответ. Европа. У нас бы уже думали, наверное, что ты от нас хочешь. И смотрели бы подозрительными лицами злыми. Смотри, машут. Они просто не все смотрят в эту сторону, но один помахал. Все машут в ответ. Ура! Ура! Класс. Сразу поднимается настроение. Это Ленин. Смотрит влево. Видимо, хочет в туалет. Ленин в молодости. Чё там? Кто там? И снова Гамбургский район Бруклина. Идентико с Нью-Йорком. Впечатляющее здание. Это ратуша, я думаю. Ну, это может быть и ЖД вокзал. Ну, я думаю, что это ратуша. Да, это ратуша. Ратуша. Очень по-богатому.
конечно. Очень детализированная архитектура. Инсталляция. Если снимать сзади, то бесплатно. Лебеди, класс. Quay luôn còn giảm lắm máy đấy lôi đến đây rồi xong Ратуша. Даже такие разъезды в разные.